Все, ребятки, телефон продала. Вот Вовчик теперь мажу. На тебе. Все, телефон все продала, все отлично. Ушел за 14 тысяч. Все отлично. Покупали мы его, кстати, за 19, а вот продала я его за 14. Так что я считаю, что очень неплохо. Так что пользуйтесь аккуратно телефонами, тогда будет вам счастье. А мы сейчас поедем в магазин. Ребятки, помните вот эти вот мешки, которые мы заказывали на китайском сайте? Вот, мы нашли, короче, у нас фирма в Нижнем Новгороде, где можно заполнить их. Вот, там есть и внутренний чехол, и все. Мы вот сейчас поедем, отвезем мешки, чтобы нам их потом заполнили. Вот, и будут у нас вот такие вот мешки. Ну, они, конечно, не самые веселенькие, но зато под стиль. Можно будет вот так вот поставить два мешка, и будет здорово. Что мы сейчас повезем их заполнять. Приехали в фирму Bingo Bag. Вот эти мешки наполняют. А у вас здесь, я так поняла, еще как бы совместное, да, производство? Да. Ну, нет, вот здесь несколько интернет-магазинов. А, понятно. Такие у нас два штуки таких. Мы просто взяли с китайского сайта, вот, и мы думали, как бы целиком будет, а прислали только чехлы. Ну, целиком это очень дорого их отправлять. Ну, но да. У вас поменьше, чем наши. Поменьше, да? Да. А это вот которые ваши, да? Вот такие вот большие. Большие. Вот. Ну, вот такой вот. Сколько будет стоить один заполнение с внутренним чехлом? Я понял. Цена будет такая же, 1600 рублей. Угу. И доставка, да, соответственно? Доставка 300 рублей. Все, давайте. Давайте сейчас ваш адрес запишем. Угу. Так, и вообще сколько у вас вообще стоят такие вот мешки подобные? Такой стоит 3300. 3300, да? 4800. Это большой, угу. Он где-то 4,5. А это вот у вас, соответственно, вот разные, да, соответственно, мешки, да? А можно вообще, наверное, и даже на заказ, то есть, сделать, например, из велюра, да? То есть, да. А сколько из велюра, например, стоит? 4500. 4500, да? А форму, соответственно, мы сами выбираем. А есть какие-то ограничения вообще по весу и прочее? По весу ограничений нет. На мешки такие, да? Нету, да? Ну, это хорошо. А то мы люди грузные. Я видал, там просто есть виде груши. А есть какие-то, как это, полулёжа можно. Да, да, да. Вот эта груша, как бы, её можно, по сути, давайте я сейчас здесь покажу. Давайте. То есть, вот, можно её... Сбить. Вов, давай, иди сядь, попробуй. Можешь присесть? Иди попробуй сядь. Нет, ну я потом не встану, давай. А я тоже. Ну, сядь, да, попробуй. Можно? Будете? Не-не-не. Ну, и чё? Можно лёжа сделать. То есть, можно и полежать на нём, да? А внутренние чехлы, то есть правильно, да? То есть там нужно обязательно внутренний чехол, потому что у нас-то его нету. Там второй мешок идет. Ну, мы подумали, потому что если мы будем непосредственно прям в сам мешок забивать, потому что у нас были мысли, как бы купить самим наполнитель. Ну, это очень похоже. Да. Он внутренний идет больше, чем внешний. То есть, соответственно, всю форму придает внешний мешок. Ну, понятно. Ясненько. Ну все, тогда вот наши мешочки. Ждем тогда завтра вас с мешками. А у вас здесь еще помимо коляски продаются, да? Да, разные. Коляска. Это тоже к вам относится, да? Bingo Bag. Ну, как там другой сайт будет. Понятно. Такой магазин. Как у вас называется еще раз? Bingo... Bingo 52. Если по мешкам. По мешкам Bingo 52. А вообще так Bingo Bag, да? Bingo Bag. Bingo Bag, все. В Нижнем Новгороде. Не, просто я действительно искала, я наткнулась только, знаете, на московские фирмы. А потом мне подкинула реклама Яндекса, как раз ваш сайт. Вот так, о чудо. Ладно, все, спасибо большое, ждем мешки. Ну все, итого заполнение нам двух мешков обошлось 3500. Вот, 3200, да, еще 300 рублей за доставку, чтобы нам потом их доставили. Вот, просто я видела, как заполняют эти мешки, это вообще прям. Если этот пенопласт разлетится, это просто прям... Это потом правда. Фиг найдешь, да. Нет, поэтому. Пылесос спасется. Да даже пылесосом невозможно их собрать. Потому что... А потому что если пылесос потом тоже разлетаться будет. Ну да, если вытряхивать. Потому что это водный пылесос. Вот так. А мы сейчас идем в небо. Торговый центр, там у нас тоже какие дела есть. В торговый центр небо. Ой. Ну что, ребят, в общем, все сделали, что хотели. Здесь я, кстати, еще зашла, здесь и такой вот есть центр, здесь игрушки, всякие украшения. Смотрите. Гирляндочки 169. Давайте посмотрим. Вот здесь и хрустали есть разные. Смотрите, как красиво. Здесь прям вообще красиво. Здесь какой-то центр, я не знаю, посуда, сервировка. О, как красиво. Сколько разных штучек интересных, классных. Бокалы есть, смотрите, здорово. Досочки. Классно.
Интересно, во, кружки. Пойдем посмотрим, кружки большие. Есть, кстати, вот здоровые кружки, видите? 450 миллилитров, 135 рублей. Большой какой здесь выбор, классный. Разная посуда, здорово. Надо как-нибудь сюда наведаться, действительно. Для наших мукбанков понабрать интересных штучек. Френч-пресса для чая. Здесь даже, наверное, подогревать есть возможность. Здорово. Классно. Ой, слушай, какой магазин-то здоровый. Ух ты. Он, оказывается, вон там еще идет. Постельное белье. Досочки разные. Ну, там постельное белье. Смотрите, комплект постельного белья. Бязь 1300. А сатин, интересно, есть здесь? Тоже бязь. Вот. А вы говорите, Василек, Василек. Вот, посмотрите цены. Вот, сатин. Пожалуйста, Васильке такой подобный стоит 2000. А здесь вот 3500. Так что вот вам разница. Вот, видите, 3800 вообще. Вот. Мы, кстати, недавно как раз заказывали Васильке. Скоро все покажу. Вам тоже, пожалуйста. Коттон хлопок. Браво. Вот здесь тоже постельное белье разное. О, как красиво. О, люстры еще, смотрите, классные, да? Интересно, такой магазинчик. Здесь еще люстры, лампы, подсветочки. Есть разные. Интересно, а здесь есть, например, лампы, которые, ну вот, круговые. О, как здесь много всего. О, даже для телефона, смотрите, держатель, видите? Может, с какой-то подсветкой. Здорово. Вот тут всякие бра, светильнички. Красиво. Интересно. Лампочки есть полно всяких разных. Сушилки, кстати, для белья, смотрите. Ну, вот такая вот у нас сушилка была в Сочи. Видите, она прикрепляется, она раздвигается, как гармошка. Но, честно, она не очень удобная. То есть она там, не знаю, там трусы, лифчики и все. А так она маленькая. Есть вот, смотрите, какой тоже вариант. Сушилка для белья, видите, прям вешается на балкон. О, смотри, какая классная сушилка для белья. Видишь, прям вешается на балкон. А это вот, которая у нас как в Сочи была, помнишь? Вот, 605 рублей. А такой, как у нас, не было. О, смотри, вон, чемоданы, доски, вот такие вот сушилки. А прикольный магазин, кстати говоря. Тоже как ты заказывал. Ну, вон всякие штуки. Все сделал, что хотел? Молодец. Вован, смотри, надо тебе это взять. Будешь на работу еду таскать. Сумка-тележка. Вот, 999 рублей, смотрите. На 30 килограмм рассчитано. У нас некоторые люди. Да? Вон, маленькие досочки. Кстати, я бы, например, доску бы поменяла. Это у нас какая-то уже старенькая совсем. Доску, говорю, бы поменяла. А вон обтяжка, кстати говоря. Чехол для гладильной доски. Для гладильной доски. Ага, вот такой бы чехол нам надо обтянуть, и все хорошо. Вот здесь, слушай, как много всего здесь, классно. Здорово. Все, что хотите, есть. Для грязного белья тоже, видите, корзины. Но я потом сюда обязательно съезжу, посмотрю. Я, наверное, на сайт зайду, посмотрю, что у них здесь есть. Потому что так ты сразу и не поймешь, что тебе надо. Вот. Чехлы. Прикольный магазин. Интересно, это в торговом центре не было, такой магазин. Вот, видите, здесь много всего. Тоже вот коробочки и прочее. Здорово. И посуда даже есть, смотрите. Посуда классная. Классно. Не, надо будет как-нибудь сюда реально заехать. Нам бы уже пора посуду, конечно, поменять. А то наша уже старенькая. Некрасивая. Сотейнички, досочки. Ой, тут вон сколько всего. Господи, здесь прям клондайк какой-то. Ходишь, здесь столько-столько всего.
смотрите. Ух ты. Вот эти я долго-долго искала, а ведь смотрите, где сколько разных. А я еле нашла в этом магните. Коробочки, поломоечки. Вон, кстати, боксы для... Здесь, кстати, прям вообще дофига всего. Ты смотри, прям... Я просто говорю, я не знаю, что я хочу, но я бы чего-нибудь уже купила. А здесь это всякие вон, салфетки. Так, я вот здесь пойду посмотрю, что здесь есть. Поломойки, веники даже есть. По 135 рублей веник. И такой вот, кстати, какая-то супер-пупер классная половая штучка. Вот мне надо будет ведро еще потом приехать поменять. А то уже все старенькое. Во! Я, кстати, очень люблю вот такие вот поломойки. Они шикарные. В том плане, что классно вот она. Какие-нибудь, знаете, вот есть такие... другой вариант. А вот такая, мне кажется, самая удобная. Ну, классика. Вот она теперь Кантон. Кстати, она столько стоит. 729 рублей. Вот я потом сюда как-нибудь приеду и затарюсь. Даже, видите, посуда есть одноразовая. Кстати, в Америке, знаю, постоянно пользуются вот такими вот одноразовыми посудами. А что, раз, и потом выкинул, и все. А видите, как их красиво оформляют, то есть даже, в принципе, как праздничные варианты. Здорово, здорово. Ой, горшочки, смотри, для запекания. Керамические. Здорово. 259 рублей горшочки. Вон, для всяких жульенчиков. Видите, вот такая вот штучка. 189. Здорово. Вот тоже запекать. Классно. Ты смотри, горшочки для жульена, для всяких тирамису и прочих. Вот, смотри, какая классная вещь. Вот, смотри, для жульена такая штучка. Да, я в курсе. Да. А вот, смотри, какие классные, для запекания тоже. Вон, видишь, как здорово. Формы вообще здоровские. Давай как-нибудь сюда приедем, затаримся вообще всякой вот этой. Приведение. Да, вот такой. Вот тоже форма. О, кстати, печь. Да, для тортов вот эти вот, смотрите, видите? Курки. Как раз вот она стягивающаяся. Он даже в виде сердечка есть, пожалуйста. 769. Фольга, да. Вот такие вот формы, которые тоже вот на один раз делал и выкинул потом. Вот тут всяких полно, да. Вот здоровский магазин. Там что-то я случайно зашла. И прям выйти невозможно. О, чугунина. Смотрите. Вов, чугунина. Он, ладно, тоже пошел смотреть. Казаны, смотрите, классные какие. 3000. Так, вот такие вот сковородочки хорошие. Прессы, кстати говоря, придавливать. О, для курицы, смотрите, подставка, видите? Типа гриль делать. Форма для запекания курицы. Класс. Вообще, мы в раю. Мы оказались в раю. А вон что-то все... О, кстати, да, ножик. Нам же нужен нож для открывания. Точно, точно. Мне это кажется или на самом деле так? Чего? Вот нам надо, кстати, нож. Давай возьмем. Он маленький, можно его убрать. Это, наверное, обычный нож, да? Ну, как старый, типа. Как старенький? Да, сделан. Ну вот, давай такой возьмем. Сделан вроде как. 479. 235. А подешевле нету? Нет, она вот, 400... Вот. А, вот, да? Ага. Открывал. Давай возьмем открывашка. А нет такой более классической ножа? Не, вот она. Это новый. Ну, это точно, да? Подойдет такой? Новый вариант. Новый вариант. То есть, по сути, вот так вот вставляешь и дык-дык-дык. Вот это штукой по краю. Ага, при вот так. Давай возьмем. А то нам надо. А вот, все. О, вот старый. Подожди, ну-ка давай-давай, покажи, где старый. Старый есть. Ну, покажи вариант. Раритет, блин. Ну-ка, ну-ка. Раритет, не, мы смотрим, спасибо. Где? Вот она, открывашка эта. Ага. Раритетная. Вообще 29 рублей стоит. Не, давай какую-нибудь посовременнее возьмем. Да нахрен она нужна, вот. Тебе ее хватит на, блин, долго. Ну, бери, 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 раритет. Что, блин? Так, формочки. Я думаю, их цена тысяча. Ну вот. А он, смотри, даже для теста, для этих, делать макароны. Ну, спагетти. Или пасту. Как-то. А, для формы, форма, видишь, вон разная. Спагетти, это паста. Да, 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 да. Выражайте. Современный. Паста, спагетти. О, пельменница, смотри. Пельменница, 165 рублей. Ну, она пластиковая. А вот у нас вот такая вот дома есть, за 175. Блин, столько... А, вот это что такое? Экран защитный.
Для миксера. А, это типа вот вставляешь миксер внутрь, да? Да, да. А это чтобы не разлеталось. Смотри, как круто. Да, закрываешь вот твои. А, да, вот эти, да, сетки. Причем они с крышкой нормальные. Видишь, сколько? А не то, что у меня. Вообще класс. Пельменница вот эта из СССР, вот. Ё-моё. Здорово вообще. Магазин Клондайк нашли. Клондайк. Когда-нибудь встретиться, какой открывать. Да. Вот. Так, а это что такое? Что такое? О, смотри, во-во-во. Овощи чистить, видишь? Ставишь, чтобы грязи не было. Это чтоб стекало. Да, причем смотри, как удобно. Это вот не та наша сеточка-то. Кстати, да, я хотела лопаточку. Но они большие. Мне нужна поменьше. Маленькие. Не деревянная вот нужна. Совершенно обычная. Не такая, конечно. Что-нибудь посерьезнее. Так. Я такая не хочу. Так. Так. А то у меня Вован одну лопатку сломал. Не, пока не надо. Пока ладно. Потом поищу. Пока сейчас хватит. Все, нормально выбрал? Все, да. Пойдем. Все, пойдем оплачивать. А кастрюли, смотри, какие классные. Вон даже, кстати, здоровые есть кастрюли. Смотри. Да. Все, взял. Все, даже если сломается, не жалко. Здорово. Мясорубка есть даже. Смотри, Вов. Вов, старинная. Да. Мясорубка. 899, да, мясорубка. Вообще обалдеть. Ручная? Да. Я говорю, раритета на лаву. Вообще, да. Тут это магазин. Вроде как современный, а вроде как раритетный, да. О, даже гляди. О, да. Норчик, знаешь, ты что? Да, знаю. Чистить картошку, да. У меня отец таким чистил, мне такое не нравится. Мне экономка больше нравится. Вон, для мяса отбивания. Формочки для льда, смотри. Или что это такое? А, это, короче, смотри, это искусственный лед. То есть его замораживаешь, его замораживаешь, потом кидаешь, потом достаешь. То есть его многоразовый лед, короче. Форма. Да-да-да. Нет, это не форма. Его замораживаешь, потом кидаешь. Там, видишь, внутри вода. То есть он отдает. Многоразовый охладитель напитков. То есть как это лед многоразовый. Круто. Вот тут тоже, видишь, смотри, вот чистилки. А вот чистилка, кстати, да, экономка. Но я не могу себе подобрать экономку, потому что когда чистишь каждый раз, она дает очень толстую. Очень толстую, да. И вот мне как все не подходит. Вон для напитков, пробки всякие разные. Тесто вот. А, это пиццерез. Пиццерез, кстати, очень удобно. Вот такой вот кругленький штучка. Тоже что-то нарезать. Да, здорово, здорово. Как здесь все круто. Тоже вон, тоже какая-то ножницы для зелени. Очень круто. Прихваточки всякие разные. Че говоришь? Чудо для тех, кто не может. Да, 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 кстати, вот камень, 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 да, смотрите. 25 вот. А есть такая, да? Это кто не может идти. А вот, кстати, смотрите, держатель для ножей. Вот у нас такая же идет с нашими ножами. Очень удобно. Вот, она магнитная. Любые ножи металлические к ней пристают и вообще не падают. Вот прям такая. И очень экономит место. Вот, а вот это, по-моему, для арбузов. Да, для арбузов. Нарезка. Ножи. Тоже разные. Так. Вон, набор. Хлебница. О, да, кстати, хлебница. Классно. Ну-ка, ну-ка. Это не хлебница. Ну, да, деревянная получше. Она хоть это, дышащая. Ну, раз и все. Сберу. Не, ну это мы сейчас только предварительно смотрим. А я потом посмотрю, что мне надо. Потому что, так, знаете, с бухты-барахты сейчас нахватаешь. Ну мне все надо. Мне почему-то надо все. Тебе все надо. Да. Да. Чайники. Че на раритет? Где? Из детства. Из детства? Солнышко? Да-да-да. Помнишь такие чайники? У тебя у бабушки, кстати, такой был, понимаешь?
А мы ей потом подарили нормальный вот такой вот, она им так и не пользовалась. А такой чайник у нее был прям заполнен, знаете, у нее, как это, и звездка была. У нее там даже дырочки-то практически не было, да. Она вот не пользовалась тем чайником, который мы подарили, потому что, ну, она как бы жалела его. И так и не попользовался в итоге. Почему? Пользовался один раз. Один раз, когда его привезли, да, и все. Он тут для соусников всякие разные. А вот тоже, знаешь, для этих, для сладостей. Для фруктов. Для фруктов, для сладостей, для пирожных. На. Тортики вот тоже с крышечкой. Красиво. Да. Стаканы. Бокалы, да. Я их Тане подарила. Вот. Так, ну что, пойдем еще посмотрим. Блин, как здесь много всего вообще. Просто прям теряешься. Что тебе хочешь, что тебе надо. Ты скажи, что тебе надо, что тебе надо. Тарелка. Какое красивое блюдо, смотрите. Салатник, видите, какой красивый. Эксклюзивно в домовом. А, это магазин домовой получается. Здорово. Классно. Вон тоже залип. Ну, он тоже ведь. Человек повар, и он тоже залипает. Я говорю, ты тоже повар и тоже залипаешь на разные штучки, да? Чего? Еще один раритет. Чего? А, безмер, да. Сколько такой? Безмен. Безмен, да. До 10 килограмм. До 20. До 10 там вообще все. Здорово. Здорово. Так вот, интересно гулять по магазинам. Даже елки у них здесь есть, смотрите-ка. Давайте посмотрим, елки почему у них тут. Ну, конечно, у нас качество получше. Здесь, он, видите, до 3000 есть. В зависимости от размера. Вот, такие. Вот такая, кстати, посимпатичнее. Она больше, кстати, похожа на натуральную. 6000. 6000. Да, пойдем. О, а вот на наш похоже. Смотрите, как красиво. Елочка. Здоровская. Ладно, погуляли и хватит. Пойдемте домой. Дальше гулять. Да, Вован, плати. Так, а вот такая сколько елка-то стоит? 6000 она стоит. Вот видите, тоже скидка. 108 сантиметров. Не, вот это красивая. Ну вот эти все бантики, украшения, это уже, конечно, отдельно покупаются. Вон тут 1800 стоит вот такой гномик. А это держатель для елок, кстати говоря. Если будете покупать натуральную елку, вот такой держатель. Туда вниз можно даже водички налить. Ну все, все купили, ну пойдем. Ой, бля, подожди секунду. Как здесь красиво. А, нельзя мне заходить в такие магазины, я просто пропадаю. Пропадаю я. Все, да. Все, ладно, пойдемте дальше.